ждете от сегодняшнего эфира? После первого тура, когда все дебютировали, меня влюбил в себя Борисполь. Вообще в этом слове многое для меня слилось, для сердца грузинского. Это ворота в Киев. Я жду многого от них. Но это очень молодая команда. И вот я думаю, после первого на песню «Прованс», «Елки», блестящий поставленный номер, будет соответствовать второму сегодня или нет? Я буду болеть за Борисполь. Но я ничего не знаю, что они приготовили. Жду успеха Борисполя.